Рыбалка. Лето. Англия. Просто рыбалка, просто отдых, просто лето в Англии. Рыбалка на реке Трент, что в Англии, в районе города Бертон-апон-Трент. К сожалению, после инсульта, не очень хорошо говорю. Извините, приходится прибегнуть к помощи к онлайн-озвучке, а то иногда непонятно, что я говорю. О, хорошо. О, хороший конек. Хорошая. Зерком берут. Звук неожиданно пропал. Видимо, на какую-то кнопочку нажал случайно. Все время мучает вопрос, куда камеру прикреплять? На голову или на пузо? Сейчас снимаю с экшн-камерой, прикрепленной на пузо. Иногда, кроме рук и катушки, которая на переднем плане, ничего другого не видно. А вы что посоветуете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Прошлогодняя трава. Нет завтра никакого. Завтра нет. О, о, хватилось. Щучка мелкая. Мелкая щучка. Да, ну куда? Мелочевка. Ну это, конечно, фигня. Нет.
фигуренька. Это нам такая. Леви, лапочка. Леви хорош. Сердце бьется, чувствую руками. Ой. Опа, опять цепляет. Хорошо, обаля. Это же такая же. Ну, кажись. О, бревно больше. Как это доставать? Ух, какое бревно, нихуя себе. Ты вообще здорово. Обалденно здорово. Да. Просто здоровенько было бы. Все здорово. Не знаю. Стало. Не залезешь под зайчик. Что у нас? Я на тебя останусь. Ну ты не лезешь даже. Да, ты не лезешь. Нашла. Ну и не судьба, такая здоровая. Ладно. Все, хватит. Такие здоровые щуки. Такие здоровые щуки, что подсадчик не лезет. Куда их там? Ну, чем темнее, тем быстрее. Больше щуки. Правда, когда уже темно, ничего не видно. И ловить уже бесполезно. Но вообще интересно. Ловится хорошо здесь.